Проверили готовность других Иорданий сотрудники Щелковского отдела Государственного административно-технического надзора совместно с представителями Молодой гвардии «Единой России». Проверка оборудованных мест для купаний шла на протяжении недели. Сотрудники Госадмтехнадзора отметили, что недочеты были, но накануне праздника их устранили. 18 января также состоялся выезд. На этот раз в ревизии приняли участие представители Молодой гвардии «Единой России». Проверили места подхода к купельным, места стоянки автотранспорта, сбора мусора, а также состояние и оборудование помещений. Сами видите из сюжета, где-то уже готово на 100%, где-то работа еще проводится, но я думаю, что они все, безусловно, будут выполнены. Были небольшие недочеты с покрытием. За прошедшее время они были устранены. Также были проверены помещения отапливаемые, состояние их удовлетворительное, и нареканий никаких не имеется.